что-то связь глючит. Привет, Настя, привет. Так, у меня почему-то как будто я отстаю, хотя этого не должно быть. Нормальный связь. Или у меня просто глючит телефон. Он просто перегрелся. Конечно, нравится черный. Все норм. Окей, значит, это у меня так глючит телефон. Что за цвет? Что? Что? Связь нормальная. Окей. Так. Ей. Привет. Привет. Аф. Раф. Новые треки. В скором времени. Ты издеваешься, мать? Сейчас она все выскажет. Выйдет альбом. Give me baby one more time. Собственно, я вам пришла сказать, что альбом сделан, и он выйдет в скором времени, так что следите за информацией. Так, привет, привет. Мари! И-и-и! Кстати, I'm free for you. Можем записаться. Смешно. Великий Новгород, привет. Вы курите Нел. Что делаешь? Я только со съемок приехала. И вышла вам сообщить приятнейшую новость. О том, что собрала альбом. Так, всем привет, всем можно сразу? Всем и сразу привет. Привет, 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 привет. Все просто пишут привет, привет. Я читаю все привет, привет. В Питере планируется. Много всего планируется. Просто лучше. Ой, выздоравливайте поскорее. Я была сконцентрирована на написании, собственно, альбома, вернее, на его собрании, потому что есть треки уже на третий альбом. А заболела, да, тач. Я постоянно, мне кажется, чем-то болею. Как будет называться, не скажу. Сколько песен, не скажу. Это будет EP. Вот. Собственно. Так. В Германию приедем обязательно. В Ставрополь. Понимаете, дело в том, что артисты сами тур не делают. Есть такие люди, которые звонят.
и говорят, мы хотим организовать концерт. Так, я простите, я если пропускаю, я сейчас листаю сообщения, ничего ли я не упустила. Покажи серьги. Боже, мне кажется, их уже все видели. Мои самые любимые. Серёжки. Когда выйдет песня «Алкоголик»? А вы наблюдательны. Выйдет. Выйдет. Она выйдет синглом. Она не выйдет в альбоме. Открою секрет. В Москве, да. Планируется дату, я вам сообщу. Место есть, но тоже сейчас когда-то определиться, я вам скажу. Когда будет концерт в Москве. Кто-то все это разбит в Инстаграм. Да, пошутил он, пошутил. Альбом в феврале. Когда новые треки будут, сразу выпустится EP. Когда фит с Оксимироном? Кстати, блин. Он крутой. И я знаю, что его команда мне респектнула. Читаю. Кто продюсирует? Сама себя. Параллельно мне помогает Слэм. В общем, у нас очень маленькая команда, я об этом говорила. А на канале Мальфы, у них есть Мальфа Фьючер, и я об этом там говорила. Обо всем. Прикольно, они сделали тему, там выступают артисты живьем. И плюс... Немножечко пообщались на интересные темы с ведущими. Зачем вышла в эфир? Я, собственно, уже все сказала. Песня «Куколки». Вот. Диас, хай. Ку-ку. Какой мой мальчик. Я свой фанат. Сказал чувак, у которого песня, блин, везде на первых местах. Чтобы вы понимали, этот вот Диас очень интересный мальчишка. Очень интересный мальчишка. Воу. Дай мне слово. Тоже выйдет. Все выйдет. Все выйдет. Обязательно. Когда выйдет? Просто я вышла в эфир ответить, что скоро выйдет альбом. Очень скоро. То есть весной вы уже будете слушать во все новые песни. Вот, как я могу вам намекнуть. Во все. Много песен. Много новых песен, которых еще не слышали. Я не хочу идти ни на какой лейбл.
Ура! Альбом! Дуэт с Бастой очень... Очень-очень-очень бы хотелось бы, конечно, потому что он мега-мега крут. Я тебя нашла. Я вроде не терялась. С матами или так чисто для публики? Что? Ну, твои прямые эфиры очень скучные. Ну, я не обязана скакать. Я вышла сказать просто про альбом, и все, могу уйти. Но проще уйти вам. I'm sorry. Так, я листаю, подождите, я листаю сообщение. Почему ты не отвечаешь на вопросы мои? Я первый раз вижу вас. Не знаю, не видела. Игру престолов я не смотрела, кстати. Прикиньте. Никогда. Так, я листаю, смотрю, еще что-нибудь я там не... Так. Волгоград. Привет, Волгоград. РФ-23. Нет. Never. Песни с матами или нет? А у меня вот сейчас выходили песни с матами? Или нет? Слово «сука» было в песне. Все. А не считаю, что это нужно. Мат — это когда тебе нечего сказать. А когда песня целиком состоит из мата, у меня возникает вопрос. Все, человек умеет думать или нет. Для тебя какая из твоих песен самая любимая? Каждая. Каждая, потому что писалась это от души. И каждая про какую-то конкретную мою ситуацию. Жизни. Метафорами или нет. Будут гастроли, конечно. Я заканчивала второй альбом. EP, вернее, и огромный альбом. Поэтому надо было закончить это дело. В связи с тем, что я не покупаю песни, а мы делаем их сами. Кирилл делает аранжировку. Собственно, я делаю тексты и мелодию. Поэтому приходится откладывать многие съемки. Отдыхи, отлеты куда-либо. Вот. Как называется цвет помады? Ну скажите, вы честно не видите цвет помады? Вы не видите, что он черный? Приехала на Северный Курорт. Спасибо тебе большое, это очень. Спасибо вам большое. Очень рада, если я порадовала. Правда, девочка так и не задержала. У меня девочка одна развела на сережки. Сказала, что ей очень понравились сережки. Северная корона — это фонд. В общем, приезжала для выступать для детей, ребят. Там было 10, насколько мне сказали, 10 приютов. Как-то так. Ну, там разные были, и я поняла, что из просто необеспеченных семей каких-то проблем. Ну, в общем, там очень много. Мне, если честно, не очень сказали, не конкретно меня прям со всеми не знакомили. Вот, но мне очень понравилось, потому что отдача очень добрая. И когда ты выступаешь живьем, и тебе эти же эмоции возвращают, это офигенно. За это думаю, что, блин, все не зря. И, короче, девочка меня маленькая развела на сережки. У меня были мои любимые сережки квадратные.
Она сказала, что хочет их себе. Я сказала, при условии, если она сфоткается в них в Инстаграме и мне отправит. Она развела меня. Она просто взяла мои сережки и все. И удрала уже с счастливым лицом. На что мне сказали, что тебя просто развели. И да. И она со слезами стояла, и я на это купилась. Оказывается, она была очень хитрой девочкой. Спасибо. Будет твой альбом выпущен на виниле. Я бы с радостью, но вы думаете, есть винил во всех домах? А смысл? Настроение хорошее. Чаще всего пишите, когда вам радостно или грустно. Я на все эти ответы... на все эти вопросы я ответила у Мальфы. В интервью они выпустили видео Мальфа Фьючер. И я там давала интервью. Собственно, там все есть. Вот. Клип на песню «Небо». Я вам не могу много чего пока рассказать. Правда. Вы все узнаете. Мне очень хочется с вами поделиться. Всем. Пока не могу. Ждем альбом. Спасибо. Что? Господи, для того, чтобы задавать вопрос, пожалуйста, напишите его по-русски. Потому что я искренне не могу понять, что вы написали. Питер, привет. Ладно. На самом деле я... Анна Иванова... Вам длинные волосы больше шли, а вам идет короткий язык. Прикиньте. Обожаю всех троллить. Ладно, я вынуждена уйти. Я очень с вами задержалась. Просто я вышла рассказать касательно альбома. Так что в ближайший месяц все выйдет. Всех обнимаю, всех целую.